Вашингтон рассматривает возможность введения новых пошлин, которые могут достичь 100%, и повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Европы на общую сумму в 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера сообщает, что речь идет об оливках, пиве, джине и грузовых автомобилях, а также продукции французских модных брендов Givenchy и Hermé и группы компаний Louis Vuitton, Moët Hennessy. Повышение уже действующих тарифов может затронуть самолеты, сыры и йогурты. Эти планы связаны со спором между США и ЕС из-за субсидирования авиакомпаний Boeing и Airbus. В октябре прошлого года арбитраж Всемирной торговой организации разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на 7,5 миллиардов долларов в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Вместе с тем ожидается и решение о возможном незаконном субсидировании корпорации Boeing правительством США, и тогда уже Брюссель получит право выступить с ответными мерами. Эксперты отмечают, что, повышая тарифы, США хотят заставить Евросоюз отказаться от контрмер.